Дорогие товарищи, здравствуйте. 8 июля 2024 года, Краснодарский край, Абинский район, ребята. Показываю вам, что у нас есть. Ежевика капитальнейшая. Ее в этом году море, просто море. Уже вот и спелая есть. Ну, не совсем еще, но... Какая прелесть. Виноградика у нас в этом году море будет, конечно. Просто сказка. Спасибо, Тоня, наша бывшая хозяйка нашего дома. А вот сорт есть уже, ну, уже кое-какие спелые. Мы ее клюем понемножечку. Жалко, что всего один куст. Котяра Симон, который жив-здоров. Вот так, ребята, мы живем. Мучаемся то сном, то голодом. Но я даже не это хотел показать, ребята. Помните, я показывал вам про ласточек? Гнездо ласточек. Я с ними боролся. И духами брызгали здесь. Что мы только не делали. Но... они все-таки построили гнездышко и вывели маленьких, вот наши маленькие ласточки. Так что мы любим природу, хотя я, конечно, не хотел, чтобы здесь было гнездо, но что сделаешь. Ну, вот какие неудобства маленькие, чуть-чуть, но это мелочи жизни, ребята, это чепуха все. Главное, что ласточки живут, и все нормально. Вот так мы и живем, ребята. Так что я желаю вам всем всего хорошего, здоровечка, мирного неба, чтобы быстрее закончилась война, чтобы ласточки вот эти мирно жили и не волновались. Все, будьте здоровы, ребяточки.